Всем привет, ребят! Вообще не планировал записывать это видео, выпустил прямой эфир, думал, по клевке, ну там такое не будет, что-то там. Погнал клев. Мы, в принципе, уже можно, в принципе, ехать домой. Ну, просто половим. Ну, уже можно ехать. Ну, в общем, как это было, немножко посмотрим уже с прямого эфира. В общем, сначала был подлещ. Ну, закормили точку. Мы закормили точку. И погнал результат. Все, сейчас перекидываемся, рыбачим, снимаем, смотрим. Давно не был на рыбалке, наконец-то выбрался. Приобрели стульчики, а как всегда закинулись. Здесь у меня две убийцы стоит. У напарника он, как всегда, за сазаном, он у нас везучий. Все раскидались, прикормки, вот там напарник. Вон тут у нас снасти. Вот там у нас подсака, там у нас отдыхающие купаются. В общем, сели, попробуем до 12, может чуть позже, как настроение будет. Поднялся ветер, там вон солнышко. В общем, наконец-то выбрался на рыбалку, потому что почти 2 недели не было. Пока без машины, напарника возможности не было ездить. Может быть, что-то изменится к лучшему. Может, скоро машина у меня появится. Посмотрим. То же самое озеро, тот же самый берег. Пробуем поймать карася. Ну, а там что клюнет. Есть надежда, которая умирает последней. Ни хвоста нам, ни чешуи. В общем, ребята, снасть работает, размочились. Это явная килошка, вот такие здесь шлют. Потом взвесим, ну шикарный. В общем, у меня уже там 2 карася, 2 срыва, рыба погнала, клюнула, даже только забросил снасть, и было, только упало, и сразу удар. То есть вот это мы закормили точку, и вот результат начал работать. Хотели карася, мы его получили. Кайф. Иконка у нас там клубника и криль. Кукуруза, чесночное пенотесто покрупнее, что-то не зашло. А вот ананас фирмы FIPM просто творит сегодня чудеса. Просто чудеса. Левая была поклевка. Буду перекидываться. И у напарника тут что-то. Поклевка у напарника. Давай, давай. Или карась. Ну что-то есть, небольшой. Да, карасик. Нужно торбили карасей. Ну чего? Ну хороший, 200-граммовый, да. Карасичек. Карасик. Ну, там уже карасян, садке да. Уже пяток, шесток. О, видишь, ждем. Кинул, ближе кинули. Я когда попадаю в клипсу за клипсованную точку, вообще сразу практически бывают поклевки. Бывают прям на лету. Офигеть. То есть он стоит там, крутится. Прибачим еще до 12, в принципе, довольны. Уже да, не зря. Неудобно. Уже не зря. Все хорошо в этом месте, только неудобно. Надо садок нормальный. Не знаю. Вторая поклевка у напарника. Что, подсаку? А где садок? А, он нашел подсаку. Сейчас не знаю, да сейчас поближе подтяну, там пока. Подожди, не пугай меня. Ну, карась, ну, хорошенький тоже такой. Он... Вытянул его? Подымешь, должен поднять. Да не, не крупный, должен поднять. Их там 2 небольших. Твою мать. Хапуга, поднимай. Поднимай, подымешь. Один желтый, хапуга, другой. Да? Один желтый, другой белый. Глянь. Один желтый, другой белый. Ну что, снасть работает? Да. Как вам мини-убийца карася? А ты не хотел, долго сопротивлялся. Слушай, один желтый такой, глянь. Да, прикольный. 2 разных сорта. Лапками махают, привет передают зрителям. Зрителям привет? Да. Ну что, рабочая снасть? Да. Рабочая. И у меня поклевка, и у напарника поклевка. Вообще не планировал видео писать. Сначала шорты. Но клюет. Сейчас надо камеру. Ну, неплохой. В общем, мини-убийца во всей красоте. Давай, поднимай. Ну, хорошенький. Это уже такой. Мы уже ну, 3-4 килограмма надергали. Да не, ну можно, да. В садке уже 10 карасей, что нет. Ну, не мелко. И 1-килограммовый, так что. Плюс. Ну, в общем. Короче, пока сюда кидаю. Надо одевать нагрудную камеру, ребята. Потому что я так не нарыбачусь. Стоп, не наснимаюсь. Да, положи ее в сторону. Есть поклевочка. Ну, уже пишу на. О! О, в траву, видно, завел. Не-не,
Там же 100-граммовый груз. И тут немножко катушечка подбаловалась. Ну, хорошенький. Не крупный, но хорошенький должен быть карасик. Сейчас, ребятки, постараюсь. Тут у меня слева куст. Камыши неудобно вести. Да. Что, пока ведро покидаем? Я пока ведро, я не буду закрашивать. Опачки. Такой же. Ну, я тебе скажу, это шикарно. Снасть путается, это тоже. Ну, Олежа. Не ругайся. Шикарный карасик. У тебя чуть... Это не у нас. Это где-то далеко. Вот, да. Тихо, 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 ушел. Все, ушел. Я одного кинул, второй ушел. Короче, ушел один маленький карасик. Перекинулся, сейчас буду второй перекидывать. Давай, наверное... Скользит у меня теперь, могу сейчас... Упасть ты хотел, да, сказать? Песком присыпь, потом помоешь. Что-то у напарника. В общем, на кукурузу поклевки ни одной. А на убийцу карася с пенотестом ананас вообще. Поклевка за поклевкой. Нет, это пока подтягивается. А тут надо перекидываться. Если давно не клевало, надо перекидываться. Вот зря я сразу камеру не одел. Столько поклевок вам не снял. А он есть. Хороший карась, 100%. Карась как минимум. Я фрикциончик подпущу, пацаны. То есть там или хороший карась, или кто-то другой. Ну, думаю, что хороший карась. А может быть, кто-то лес? Да не, кто-то один. Давай. Сейчас посмотрим. А вот подхватка как раз та, что треба. Да, подхватку мы у флагмана вымутили классную. Да. Компания «Флагман», большой одобряй. Спасибо Сереже Орлову, помог, прислал. Так, ну, так это похоже на сазана. Ну, давай. Посмотрите, что творит он. Смотри, да. А я фрикциончик сейчас отмотаю. Сейчас я его посмотрю. Фонарь свет не свети, чтобы не напугать его. Да, не бойся. Уже он уже так. Я уже его тут вижу, да. А не, большой, он... большой карась. О, как хорошо. Карась, я говорю, тут караси килограммовые, как сазаны. Полтора килограмма. А может быть сазанчик? Не, карась. Карась. Ну, хороший. Давай. Сейчас я ему дам воздуха хапануть немножечко. Да, вот так, ребята. Тихо. Тихо, Олег, сейчас я его еще раз заведу. Вот такой. Вау, вот это карась, так карась. Карасямба. Это карасямба. Карасямба. Ну, смотрите, ребята, гляньте, какой да. Карасямба. Гляньте. Слушай, давай веселый. Посмотри, у него какой-то бугор. Да, надо попробовать, не мягкий ли? Мягкий. Забери его. Достать сразу эту. Давай. Будет. Сразу достать, давай, подожди. Вот такой вот. Ну, это... дурачки. Сейчас мы закинем его в садочек. Да что-то зацепился? Там да, что-то вот такой у нас уже садочек. Там уже подобный карасевич есть. Надо сначала его отцепить, Олег, хорошенько. Он от моей снасти, по-моему, уже отцепился. Нет. Он какой-то на бок у него. Ну, крупный карась. Он еле-еле держался на крючке. Давай, вкидывай. Он еле-еле держался. Слушай, ну у него сбоку как нарыв. Какой-то. Да, нарыв надо будет вычистить, вырезать. Уверен? Уверен. И ничего страшного? Ничего страшного. Солью пересолить, и все будет хорошо. А тут половина бока того выбросишь. Ждем, а ну-ка. Так что была такая хорошая поклевка. Рядом нарет, жрет водку. Да, вот, да, поклевочка. Есть, это он, ленинградский почтальон. Кто-то агрессивный, не такой крупный, конечно, но есть, сопротивляется. Ух ты, покажись. Покажись, выходи на берег, давай.
Давай. Далеко? А вот он уже. Вот он. Покажись. Тихо, 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 какой бойкий. Иди, иди сюда. Карасямба. Карасямба. Да не, ну это не карасямба, это обыкновенный карасевич. Карасямба это за кило. Это такой. Ну что, ведро его пока? Кидай пока ведро, потом еще, чтобы каждый раз не доставать. Вот, в общем, ведро пока. Бисерная поклевочка. Давай. Вот такой же небольшенький. Тут просто грузок 80 грамм к кубице привязан. И это очень сильно сказывается. Да, потому что, видишь, не то место. Надо было тебе во вторую снасть тоже ставить такую. Но зато нет шанса поймать сазана. А так мы хотя бы, да, вот карасевич. Карасевич за карасевичем. Вот такой, иди сюда. Вот такой, иди сюда. Вот такой. Вот это карась такой, как... Тихо, тихо. Тихо, куда мои кроссовки? Ну что, есть. Что-то есть у напарника. Ну вот, поклевки стали реже. Уже 10 минут 12-го. Так что скоро мы будем заканчивать. Он еще может расклеваться. Ну, покажи. Покажи, покажи. Не вижу. Да что-то делает. Карасевич. Нету тут леща крупного. Куда ты его вел? Я так и знал, что ты так сделаешь, Олег. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Снасть это путается сильно. И вот такой вот карасевич. Ну, 250, да. Тут, я так понял, есть и золотистый. Вот так вот поклевочка есть. Ух ты, хорош. Это хорош. Ух ты. Тут просто еще 100 грамм, я говорю, грузок. И оно такие ощущения, как будто крупный. Я думаю, что сейчас перезакинусь, и это будет последнее. На сегодня хватит. Планировали до 12. Ух ты какой. Ух ты, иди сюда. Вот такой вот он. Карасямба. Тихо, 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 тихо. Все, все, все. Рожь на меня летит. Да? Все, ты попался. Хороший. Не, это хороший. Грамм 300 такой. Вот. Видите, что-то у него... А этого глянь, что на плавнике. Не плавнике, а такой, как зеленое, видишь? Тоже надо счищать. Так что-то. Это голова срезается. Да, она да, не да, ест. Да. Чуть не утянул фидер. Жалко, не было боковой камеры. Вообще подсечка такая. Кто-то надо в свинцовчик подспустить. Сейчас. Кто-то хорошенький. Наверное... У напарника вон тоже карасевич клюнул. А у меня кто-то посерьезнее, наверное. Сейчас посмотрим. А? А, устря, да. У нас напарник любит сушить. Это я сам себя зацепаю. Кто-то, кто-то. Наверное, да. Наверное, подсладка, потому что... Вон, хороший карась. Да. Подхватка в воде просто... Не, ну не вытяну это, так крупный. Да вот возьми, просто подними и подсакай, все. Сейчас, а. Тихо, 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 тихо. И опять карасямба. Ну, поменьше, ну, грамм 800 есть. Не больной, кстати. Не больной, чистенький, отличненький, да. Карасик. Ну, нам... ну, давай еще раз. Ну, дыб, дыб же было. Все. Надо сейчас поменять пенотесто, другое поставить. Чеснок надо. Есть! Кто-то хороший. Есть, а ну-ка покажись. Да, поменял на чеснок, и поклевочка такая хорошая. Прям вообще вау, 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 вау. Хороший карась.
Покажись. Ходит в камыш, кстати. Не хочет. Не хочет совсем на берег выходить. Ну, покажись. Какой ты тут. Да, очень даже приличный. Куда ты идешь в камыши? Олег, помоги, пожалуйста. Карасямба. Ну да, на карасямбу надо. Вот такой, вынимай. Золотистый, кстати. Хороший карасямба. Глянь, какой шикарный. Хороший, да. Так, вот такой. Штуки вроде, да? Да. А ну, сейчас, как там? Да, тихо. Тихо. Ага, сверху него. Давай подсак, садок. Может, я рыбу уже вытяну? Давай. И туда положу возле. Да, вот и Валера. Тихо, подожди. Это еще не поклевка. Это преддверие. Дыб-дыб, это же не наши методы. О, они на поплавок. Угу. Так, собирайся давай. Я уже почти собрался. Поклевки стали молчать. Если так. Есть, и что-то так мучает. Ну, такое ощущение, что что-то мелкое, да. Потому что поклевочки дыб-дыб. Может, он уже и засекся, да? Не, есть. Мелкий. Просто не крупный карасик. Потому что когда... Да, влево. У меня тут поклевочки. Сейчас будем смотреть. Напарник. Ну, все равно хороший. А я включаю камеру. Ух ты, да. Ну, давай. Я в тебя верю. Давай. Ну, поклевочку. Ну же. Да, ну давай же. Ну. Все, хотел заснять вам поклевку. Да. Давай. Что ты упрашиваешь? Хотелось бы просто заснять. Он, в принципе, может там быть, но лучше дождаться полноценного. Вот это уже полноценного, да. И он там, ух ты, есть. Да. И теперь мы уже полноценно можем досворачивать все. На этом откусывать снасть. Ну, отдавать напарнику сигнализаторы. Вот какой карасевич. Мы его вот так нахрапом достанем. Достал? Да. А, ну не вылечь. Так, я уже смакую. Ну что, в ведро кидать? Пока. Да, вот такой карасевич. Вот так вот. Все, буду заканчивать. Последняя закидушка. Все, что хотел, я доказал себе. На сегодня хватит. Сейчас перекину еще вот эту вот. Последняя. В общем, да. Я думаю, килограмм 10 тут точно есть. Да есть, уверенно тут. Десяточка. Шикарно. Отловились. Я доволен. Сейчас проверим берег, сворачиваемся. Вот такой улов. 4 карася крупных, такие под кило. Ну вот эти 4 карася, это явно по кило. Ну и остальные. Сейчас взвесим, посмотрим, Олег. В общем, общий улов где-то килограмм 8. Ну давай на кантер. Держи. Нет, пошли вот туда. Да, Олег, давай повесим, потом мне тут... Я не хочу. Давай. Пыли в этой. Так, ну и посмотрим, сколько у нас общего веса. Да я не подыму. Да они одинаковые, это явный килограмм, Олеж. Давай, разлаживай по пакетам. Больше. Мне положи 3 крупных, если тебе не принципиально. Я тебе все крупные положу, да. 4 штуки давай. Держи. Давай. А себе меленькие заберу.
Этот вырежешь, ничего страшного, Сереге отдашь. Да. Что, ты их все поймал, все забирай. Крупный только у меня клевал? Да, у меня ни одного крупного нет. О, прикольно. А у тебя еще две густыри. Ну, то... А ну давай вот этот взвесим пакетик. Слушай, не вымазывай сильно. Сейчас взвесим этот пакетик. Давай, где мне? У меня руки грязные. Так, сейчас. И тогда еще. У тебя же руки чистые, заведи работы. Так. Я пойду сейчас сетку. Так, тихо. Нули. Давай. Короче, 4 карася. 3400. Минимум 900 грамм один. И там еще. Думаю, будет чуть меньше. Килограмма 4. Давай ты как я. Давай. Я буду туда тебя. Давай. Тебе надо еще? Нет, мне не надо. Мне этих 4 хватит. На засолочку. Это все на засол, на засушку, да. Напарнику. Как-то так. А сейчас и это взвалишь. Как он мелочи. Ну, тоже килограмма, наверное, 3 будет где-то. Рыбы, куда она что-то? Ай, не попал. Ай, блин. Давай. Там. Еще один. А, еще три. Да, еще два. Все, рыбы. Так, держи поток. Не могу держать руки. Не хочу вымазывать ручки. Иди мои руки. Сейчас я пойду сетку. Ну, хочу глянуть вес. Что-то. Это за две ручки. Сейчас вес, да. Раз. Два. И теперь включить. Сейчас, пацаны. Не могу тебе помочь, руки в рыбе. Так, сейчас. Раз. И два. Ноль. И вот так вот. Тут тяжелее. Хотя нет. 300. Итого поймали мы почти 7 килограмм. Отличный улов. Там 3700, да? Да. Вот такое страшное видео. В общем, закончили рыбалку. Светит фонарик. Рыбой доволен. Правда, карась один с язвой. Это, конечно, напрягло немножечко. Но 4 крупных карася мне зашли. Подлещ. Были карасики поменьше. Вообще не планировал снимать ничего. Машину заводим. Рыбалкой остался доволен. Давно не рыбачил, почти 2 недели. Так что, можно сказать, отвел по-хорошему душу. Все, ни хвоста, ни чешуи, всем побыстрее бы победы, мир и побольше бы хороших рыбалок, чтобы было какие-то позитивные новости. Всем пока и встретимся на YouTube-канале.